только натуральные продукты, долго муку выбирали, например, на какой готовить. Ну, то есть все постоянно смотрим, анализируем как бы все продукты и стараемся выбрать лучшие. Только с такими настроениями и мыслями каждый день Павел и его мама Елена выходят на работу, чтобы радовать берестейцев и гостей нашего города вкусными и полезными десертами. Любовь молодого человека к самому процессу приготовления блюд появилась еще в школьные годы, однако осознанно к профессии он пришел относительно недавно. Позади курсы в Казахстане, долгие опыты и тренировки. Сегодня для Павла это дело его жизни. Некоторые вещи говорят, прям вот в жизни такого не пробовали. То есть какие-то довольно стандартные десерты, их как бы, ну, особо и не улучшишь, они и так хорошие. Но вот что-то делаем, да, только мы. И в Бресте такого больше не найти. Французские эклеры, десерт опера, римские булочки. Ассортиментный перечень достаточно большой. Но что здесь самое главное, так это вкус и качество продукции, в составе которой не найдешь сложных химических добавок. Все для того, чтобы и настроение сохранялось отличным, и организм здоровым. Надежная опора и поддержка для Павла и его мама Елена. Ведь работают в кофейне они в буквальном смысле вдвоем. Упор был на то, что мы делаем без консервантов, без химии. Может быть, это не очень выгодно нам, как производителям, но вот наша фишка, наверное, в том, что мы, в принципе, не используем никаких добавок. Если нужен зефир, он изготавливается на месте из настоящих яблок. Лимонный сок выжимается вручную, шоколад проходит паровую баню. Сохранив максимум вкуса и аромата, семья кондитеров старается удивить гостей своего кафе особенным продуктом, в который всегда вкладывается не только полезные ингредиенты, но и частичка души. То, что оценит и почувствует покупатель. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.